Всем привет, ребята! Вы на канале Дудплей, мы продолжаем играть в игру «Один блок в Майнкрафте». А, ну что ж, мы думали, что делать с этим свиньей. Вы сказали назвать ее Пятачком, мы назвали Пятачком. И пока мы ее оставим, пускай она живет. Так, а дальше продолжаем добывать ресурсы. Я повторю, что у нас здесь один блок, который мы должны добывать. Всякие различные блоки, блоков очень много на самом деле. Так, это что, на земле? И тут я не знаю, видишь, что именно мы тут добудем. О! Так, земля пошла, это хорошо. Нам нужно очень много земли. Будем что-нибудь достроить. Так, дерево. О-о-о! Может, тут несколько блоков будет дерево? Нет, один блок дерева попадается и все. Опа, нифига, что это такое? Корова, да ну, блин, вот корова, она мне может даже столкнуть, ребята. Поэтому надо будет потихонечку делать загон для наших животных, потому что их тут становится уже очень много. Тик-т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 ик. А где ж, куда ж вас, ребятушки, не оформить? Слишком вас много становится. Так, у меня есть еще дубовое бревно. Вот как раз мы сейчас сделаем досточки. И куда-нибудь... Я не знаю, куда их пока отправить. Я пока буду строить себе вот такую вот дорожку. Пока дорожка будет. О, Синтус наш стал ходить хотя бы. А то на одном месте он все стоял да стоял. Есть у нас еще сундучок. Давайте мы его пока поставим, например, сюда. А, он пустой у меня был, что ли? Так, вот дубовые доски еще есть немножечко. Так, давайте здесь достроим. Домик. Ну, не домик, конечно, ладно. Так, ребята, все, вы мне не мешайте. Мне здесь нужно добывать ресурсы. Чем больше я добуду ресурсов, тем лучше. У нас очень много глины. А из глины мы, ребята, можем сделать кирпичи. И у нас будут блоки кирпичи. Но чтобы сделать из глины кирпичи, нам понадобится уголь и понадобится нам печка. Вот. Опа, птичка. Ух ты, у меня полный набор животных. А ну, пока еще не сильно полный. Ну, так, 17 кусочков земли. Давайте подумаем, где мы разместим землю. Так, ладно, давай все дальше и дальше будем размещать. Делать тропинку. Да, дофига уходит, конечно, блоков на начальном таком уровне. Совсем чуть-чуть мы, кстати, тут добавили. Так, еще один блок есть. Все. О, теперь уже более-менее что-то... А, птицу я могу позвать вот этими семенами. Так, семенами позвали. Так, березовые блоки. Блин, мне надо как-то строить, слушай. Либо все из дерева, либо все из земли. Потому что земля тоже нам пригодится потом. Со временем. О, я пошел дальше добывать. Все интереснее и интереснее становится. Так, берем лопату. Лопата скоро сломается у меня, кстати. А пока железа нет. Ох ты, много чего интересного. Добыли, сейчас посмотрим, что там добыли-то. А, можно так добывать, да, просто оно... О, дерево мне нужно. Побольше бы дерева, конечно. Так, если саженец у нас добудется, то я потом саженец. О, у меня саженец дуба есть, представляешь, как хорошо. Для этого мы сейчас... так, у нас есть... подожди, а где эти... А, вот оно, дубовое. Я думаю, у меня же много было дерева. Ага, так, давайте дерево. Мы сейчас... О, утро наступает. Сделаем сюда вот. Так... А здесь будет у нас кусок земли. Сюда я посажу. Дерево я, ребята, и посажу сюда. Пусть здесь растет. Но будем как делать. Кусочек дерева, кусочек этого самого земли. Так, садим дерево, пускай растет. Так, дальше что у нас? Дальше добываем.
О, земля. О, сломалась, сломалась у нас лопата. А, нужно срочно сделать лопату. Не из чего, да, пока? Ладно. Не из чего, блин, я... Дерево, все. Ох, он духов. Мы будем надеяться, что вырастет сейчас дерево, и у меня будет много досочек. Опа, барашка. Барашка, привет, мне нужно дерево. Слушай, стой на месте, никуда не ходи. Замечательно, сейчас мы, ребят... А, палочки есть, палочки, палочки, где-то здесь были палочки. Вот они, две палочки. Сейчас мы сделаем лопатку, еще одну. Блин, так, где у нас бревна? Так, ну, вот, сделаем. А, одну лопатку сделали мы. Ну что ж, смотрите, сколько у меня много всяких различных здесь живностей появилось. Корова появилась, появились цыплята, курочки. Это очень хорошо. Прям полный набор всяких животных. Надо будет делать им загончик. Со временем я это сделаю, пускай как дерево вырастет, будет много у меня дерева. И будет у меня еще домик и загончик. Ну, будет весело и интересно, ребят. Так что обязательно подписывайтесь на канал, если ты еще не подписан. Будем снимать про Майнкрафт один блог. Всем пока-пока, до новых встреч. Продолжаем, ребята, играть. Earn to Die. Выбрали мы карту первую. Будем проходить и зарабатывать деньги. Потому что пока мы полностью машинку с вами не прокачаем, на второй карте даже делать нечего. Я попробовал. Поездил. Тяжко, очень тяжко. Да. Но сейчас вроде бы нормально. Машинка наша более-менее прокачана. Жалко, что, конечно же, нет никакого оружия. Вот я и говорил, что оружия на машинках нету. Проходить ее сложнее. Но зато интересней. Без оружия. Надо как-то пытаться. Там есть мотоциклист, как-то пытаться его сбить. Не знаю, ну... Опа, видишь, мы его убили. Но машинка на наша уже покалеченная. Поэтому в перспективе, в будущем, она же у нас не восстанавливается. Как бы ее бесконечно, трассу эту не будешь проходить. Где-то машинка получит невосполнимый урон. О, видишь? Я заехать не могу. Просто тупо. Тупо не могу заехать. А этот гад уже, смотри, на подлете. Очень близко находится. Так, давайте попробуем. Опа. Все, он нас уничтожил. Он нас взорвал. Конечно, мы проезжали и дальше. Давайте прокачаем вот эту штуку. Потихонечку, понемножку будем, ребята, прокачивать частями машинку. И тогда мы ее полностью прокачаем, и это будет очень хорошо. Ну, а ты поставь лайк, конечно же. Обязательно поставь лайк. Так, ну что, давайте возьмем машинку багги и поедем как можно дальше поедем. Багги мой такой основной автомобиль, который я прокачиваю в данный момент. И поэтому мы должны как бы проехать далеко. Хотя у меня, конечно, не сильно на прокачанные багги. Если сравнивать с первым, например, автомобилем. Который мы... Первый автомобиль мы конкретно прокачали. Но все равно он слабенький. А багги у меня проблема в том, что задирает сильно голову. При большом ускорении. Опа, аккуратно. Так, есть у нас сундучок первого уровня. Сейчас попробуем поднажать. Взять ускорение второго. О, взять сундучок, то есть. Второго уровня. Ага. Так, главное не разбиться. Нормально. Так, монетки пропускаем, ну ничего страшного. Главное сильно не жадничать тоже. То есть за какой-то монетки можно просто нечаянно перевернуться. Что я неоднократно делал. В своей практике. Поэтому я знаю. Аккуратненько сейчас мы спустимся.
X. Ага, где у нас здесь бензинчик? Вот он. Так, опять монетки пропукал. Да что ж ты будешь делать? Ну, аккуратно, не разбейся. Я хотел бы взять сундучок 3-го уровня. Так, а что у нас там по бензину? По бензинчику еще пока много, ладно. Едем. Вот, новый рекорд мы побили уже. Уже хорошо. Так, смотрю, скоро уже бензинчик будет. Надеюсь, он тут будет внизу где-нибудь. Да. Чё-то не понял, а где бензин-то, алло? Бензин где? Бензин был сверху. Специально так сделано. Ай, чтоб ты до него не доехал. Ладно.